Итак, ребят, получается, всем привет, с вами Вован, вы на канале Саня Саван, и сегодня у нас, как бы, будни модериста, 20:58 время, прямо сейчас записываю эту серию, вечерние, так сказать, будни. Чем вообще занимается Вован в это время? А в это время я занимаюсь тем, что я ничем не занимаюсь. Это, конечно же, была шутка, потому что я не люблю ничем заниматься, я люблю заниматься всегда чем-то. И я занимаюсь сейчас тем, что делаю вот эту вот штуку, это Альтеза, которая покрашена, который кобзда, потому что кое-что с капотом приключилось. И, к сожалению, она... Короче, я хотел сделать ее ЖДМ, но получается Street Missile, потому что Street Missile. Вот, я думаю, вы поняли, почему Street Missile. И, кстати, один из следующих ТММов, который у нас выйдет на канале, ну, то есть следующий, который вот сейчас выйдет, после этого видос, скорее всего, я постараюсь этот видос сделать, это видос будет про... 99-ку, то есть вот я сейчас выпускаю видосы, ну вот которые я сейчас это выпускаю, и после него я постараюсь записать сегодня еще 3 видосика. Вот. Получается, я про 99-ку постараюсь записать. И опять же, если получится, я, то есть я не обещаю, но надеюсь, что получится. Про 99-ку, про обновки некоторые, которые я купил, как сказать, ну достаточно давно, но все-таки решил вам их показать уже сейчас. Вот, потому что хочешь что-нибудь уже выложить. То есть это когда особо такого сильного контента нет, на что снимать, у меня всегда на это контент найдется. Кстати, советую блогерам, которые меня смотрят, тоже так делать. То есть если у вас когда-то не будет контента, в случае чего будет. Пока что Альтеза погоняет вот на таких дисочках. Вот. Значит, пока что ее отставим на мою полку ТММа. Вот. Куда-нибудь ее вот... Куда-нибудь ее припаркуем, давайте пониже. Вот. Все, пусть там лежит. Короче, что сегодня вообще? Сегодня будет 99-ка, я постараюсь сделать. Видосик про диарамки и видосик про обновки. Вот, то есть 4 видоса. Еще плюс, который будем модерить, это уже 4-й видос. И, собственно, что? Как проходит будни моделист? Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас буду подготавливаться к тюнингу ВАЗ-21099. Вот, и для этого нам понадобится несколько деталей. Каких именно деталей? Нам понадобится несколько штампов, маркер черный, как бы, конечно же, понадобится нам отвертка, ну, собственно, все по красоте и все по-старому. И, конечно же, мой легендарный ковер, который уже на 99% состоит из всяких примочек для моделизма, таких как акрил, клей, сода, я даже не знаю, пигмент, пластик, расплав. Короче, все одним словом в этом ковре есть. Вот. Что еще? Нам понадобятся кусачки, чтобы снять нормально. И в будущем я планирую сделать одну модель в ливреи Uber. В ливреи Uber. Вот у нас Uber. Я хочу сделать какую-нибудь модель в ливреи Uber. Пока что не знаю какую, но я сделаю. Вот. Также у меня есть в выставителе прямо сейчас лежит гольф, который вы ТММ увидите, не знаю когда, но вы его увидите ТММ. Вот, значит, Uber Decali. Пока что подумаю, на что их приклеить, но они классные, конечно. Uber Decali. Плюс еще скоро я планирую сделать гаражик, для этого нам понадобится тоже Decali. Короче, много чего интересного. Вот, для этого нам понадобится, например, вот такие вот Decali. Вот. Интересные. В общем, будет интересно. Будет интересно. Вот даже, например, вот этот классный гололед не обгоняя. Вот это вот мне нравится с дрифтящим москвичом. Игры на улице могут привести к несчастному случаю от транспорта. Короче, классные декали. Реально сделаны очень качественно. Все плакаты видны. А плакат у нас получается масштаба, ну, наверное, 43-го или 36-го, потому что они не очень большие, не очень маленькие. Вот даже, видите, вот на таком маленьком плакате такие маленькие буквы, они прекрасно читаются. Сейчас там, поедешь прямо, увязнешь по раму, поедешь в обход, тот же исход. Вот прикольно, кстати, звучит, мне это нравится, вот. Короче, такие плакаты, которые как бы побуждают быть бдительными на дорогах, быть аккуратными, в общем, интересно, интересные плакаты. И мы с вами их будем использовать в диарамке гаража. Вот. Вот пьянство, например, преступление. Вот, я с этим полностью согласен. Тут у нас раздолбанный газик. В общем, много чего интересного.
Блин, эти декали можно прям рассматривать и рассматривать. Даже вот шоссейник Космос со спидометром. Что-то у нас Волга какая-то, да. Что у нас тут еще? Короче, вот, блин. Не нарушайте правила обгона. Короче, очень много. Не обгоняй на авось. Короче, блин, очень много интересного. И реально их можно рассматривать, я не знаю, очень долго. Вот, декаль вот с... Нет, блин, я забыл, как с грейдером. Вот. Грейдерист. Перевозить людей на грейдере недопустимо. Вот, да. Короче, блин, классные декали, реально. Вот. Что дальше? Дальше я сейчас расскажу про свой казус, который мне сегодня случился. Я сегодня... Мне нужно было подкрасить одну деталь на модели. Я перепутал крышки на этих баллонах. И покрасил, короче, хотел покрасить в синий, в итоге покрасил в серый, потом красил в синий. Вот, из-за этого, собственно, эта Альтеза стала мислом. Вот. Я сейчас делаю жигу одну, которую вам покажу чуть позже. Не, конечно, 99 класс нарисован, вот тут прям реально. Мне понравилось. Так, что же еще? Что же еще? Будний моделист надо снимать же, получается, да? Там рабочее место СНК, который мы скоро уберем. Вот. Блин. Я даже не знаю, что еще вам подсказать, показать. Одним словом, скоро будет много интересного. Скоро больше, скоро интересный будет капец видосик, я постараюсь. Вот, короче, наверное, тогда небольшая такая серийка подходит к концу, потому что я пошел делать 9-9. И получается, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лукусы, подписывайтесь на канал Лукус. Всем спасибо, ребят, всем удачи. И всем до следующего видоса. Получается, что так. Всем спасибо, ребят. Всем удачи. До следующего видоса.